Всем огромный привет, друзья! Сегодня я хочу приготовить очень вкусное мясо. Его можно готовить вместо шашлыка на праздничный стол. Вот также можно приготовить его и на обед, и на ужин. Это очень-очень вкусно. И готовится очень быстро. Мясо у меня вот такой кусочек. Можно, конечно, взять и шею, пожирней. Нарезаю где-то его толщиной 1,5 сантиметра. Ну, 1,5 сантиметра. У каждого кусочка делаю вот такие вот надрезики, но не до конца. Вот так вот. Каждый кусочек солю с обеих сторон. Добавляю перчика. И оставляю так мясо минут на 10-15. Пока маринуется мясо, лук нарезаю полукольцами. Нарезанный лук выложила на противень. Мясо можно, конечно, запекать в любой форме. В сковородку наливаю небольшое количество растительного масла и обжаривать мясо буду с обеих сторон. Переворачиваем на другую сторону. Слегка обжаренное мясо выкладываю на луковую подушку. Мясо выложила на луковую подушку. И сейчас буду делать маринад. Хочу еще сказать благодарность моим подписчикам, которые присылают мне вот такие вот вкусные, аппетитные рецепты. Я уже неоднократно пробовала по вашим рецептам готовить и выпечка, и салатики разные, и мясные, и рыбные блюда. И моей семье все очень нравится. Поэтому я также пытаюсь делиться и с другими своими подписчиками. И вот это мяско, оно тоже очень вкусное. Теперь готовлю маринад. Для него мне нужно растительное масло. Сюда же добавляю кетчуп. Острая копченая паприка, перец, сухой чеснок, горчица и соль. Хорошо смешиваем. И этим маринадом смазываю мясо. В духовке мясо будет где-то минут 40, потом я сниму пергамент и дам еще при температуре 220 градусов минут 5-10, чтобы оно слегка поджарилось. Все, друзья, мяско готово, вот такое вот оно красивое получилось, очень ароматное и аппетитное. Ну что, друзья, вот такой вот вкусный ужин у меня получился. Можно, конечно же, это мясо приготовить на праздничный стол вместо шашлыка. Можно приготовить на обед или на ужин, но это уже смотрите сами. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.